Добрый день, мои дорогие любимые друзья. Заброшенный старый кирпичный завод. Вот так он выглядит. Вон там аисты живут. Каждое лето живут аисты у нас там. Да, вот так вот выглядит заброшенный кирпичный завод из красного кирпича нашей деревни Реккендорф. Да. Такой старый, единственный кирпичный завод в Реккендорфе. Так он выглядит. Что поделать? Конкуренция, глобалицизм какой-то там. Кирпичи где-то дешевле. Где-то кирпичи нынче дешевле. Да. Все заброшено уже. А это осталось как память, музей нашей деревни. Да, жаль. Конкуренция задавила такой завод большой. Столько людей работало в нашей деревне. Сейчас уже не работает. Вот символ нашей деревни. Кирпичный завод Тигеляй. Там за деревней. Ну, мы находимся вот в центре. Наша булочная пекарня. Иисус младенец родился. Вот видите, наша булочная. Булочная наша. Пекарайка булочная. Добрый день, мои любимые друзья. Сегодня у нас ветреный день. Очень ветреный. Ветер такой сильный сегодня. Глаза аж слезятся мне. Мне не всегда слезятся, всегда слезятся, когда ветер. Но спереду слезятся. Ветер думает слезятся. Вот так вот. Люблю слезиться, я вам скажу. Мои глаза любят очень. Сегодня очень ветрено. Вот я иду опять напротив. Опять мой пивзавод, на котором меня не взяли на работу. Вот пивзавод наш. Пиво называется Реккендорф. Реккендорф. Ну, я уже это много раз вам показывал. Этот пивзавод. Вот эмблема, еще раз вам покажу. Вы это все уже, дорогие мои друзья, знаете. 400 лет нашему пивзаводу. Все это вам. Все. Вот эмблема, реклама нашего завода, как выглядит. Вот посмотрите, как выглядит наше пиво. Вот видите? Реккендорф. Опять наводнение. Что тут говорить? Все залито водой уже. Я уже привыкаю. Я не думал даже, что у нас деревня так часто. Давайте, что я раньше так не смотрю. Вас покажу. Смотрите, вот наш стадион. Посмотрите ворота. Что с воротами? Посмотрите, вот ворота. Футбольные ворота. Под водой. Маленькие ворота под водой. Вторые ворота под водой. Вот видите, залито водой. Залито. Да. Ой, поезд, смотрите, поезд. Наш дизель поезд.
дизель раз в час ходит. Один раз в час. Ну что ж, вот так вот залита наша деревня, видите, залита, вот водичка течет, смотрите, течет, да, воды много сегодня, много, вода грязная, мутная, стекает с гор, глина. Ну, в общем, очень вода мутная. Вот так, смотрите. Вот так вот. Видите, наши деревья очень частые. Весне вода сойдет. Вот моя деревня, это моя церковь. Памятник. Это наш памятник. В нашей деревне есть памятник. Вот видите, постамент есть. Две ступеньки. Ну что ж, вот так вот скромно я хожу, гуляю вот, по своей холодной январской деревне. Сегодня 7 января, 7, да, прохладно. Вот на фоне машины пивзавод Рекендорф, вот видите. Пиво я не пью, алкоголь я не пью, все я уже... Чай пью, компот пью. Вот видите, 1597 год. Рекендорф. Пивзавод Рекендорф. Видите, церковь. Церковь. Моя церковь. Ну что, все хорошо, мои дорогие любимые друзья, все хорошо. Смотрите дальше мои репортажи. Я вас всех люблю очень. С Рождеством. Сегодня Рождество.